почему не получилось набрать хотя бы одного очка или даже трех? Ребята все старались. У нас, видите, обновился немножко состав. Как в прошлом году, так и в этом. Много новичков. Составляющие игроки, которые в том году играли, поуходили. Некоторые завершили обучение. Некоторые там как бы свои проблемы и дела. Ну, ребята все старались, новый состав. Мы стараемся сыграться все. Немножко не получается. Ребята характер потихонечку проявляют. Надеюсь, что дальше будет лучше. А что случилось с командой в первом матче? Почему провели таких два разных тайма? В первом сражались, а во втором уже как-то не удалось. Я не знаю, во многом, может, наверное, командный дух упал. Потому что бились в первом тайме. Потом пропустили пару ненужных мячей. И немножко командный дух упал. Из-за этого уже не удалось, как сказать-то, не удалось, наверное, собраться всем. И из-за этого уже и времени не хватило, и все, и выпустили победу, даже ничью. Нет, я как раз про вторую игру говорю. Вот почему вначале действительно так хорошо начали, а потом уже позволили сопернику сравнять что-то и вперед выйти? Ну, это ошибки, мне кажется, сказались. Побежали, сломя голову вперед, забыли про оборону и наткнулись на контратаку соперника. Из-за этого вот такой вот итог. Ну, быстрое начало, наверное, связано, быстрых два гола с тем, что первую игру не очень удачно провели, да? Да, ребята раззадорились немножко, я, как уже повторюсь, проявили характер свой. Захотели как бы набрать очки, потому что мы уже на старт очень неудачно у нас. 4 поражения. Вот, в четвертой игре, в четвертом туре хотели собраться немножко, поговорили все спокойно, друг друга поняли. Вот, игра пошла, в принципе, неплохо. В начале игры, а вот потом уже посыпались из-за ошибок, опять же, так же сказались эти ошибки все. Чувствуется, что вернулись в премьер-лигу? Ну, я в ней не участвовал, как бы я только впервые вышел в элитный дивизион, так скажем. Да, уровень сказывается, повыше, потяжелее, уровень команд также очень хороший. Ребята борются до конца, все хотят набрать очки, из-за этого матчи получаются очень интересные. Все, спасибо.